Какая прекрасная погода, только ночью было ноль. И сейчас не очень жарко, но мы приехали проверить свои подосиновики. Первая находка греется на солнышке. Вот кто. Ну, молодец. Один попался. Только ножка тоненькая такая. О, какой. А этот еще лучше. Этот вот красивенький. Ой, как хорошо. Красавчик. Здесь лесоповал был. А этот здесь рядышком валяется. Кто-то шел, его избил. Но он еще свежий. Красивенький тоже. Вот какая красота. Он не очень большой, нормально. И этот вообще какой интересный. Сверху не очень красивый, но ножка какая. Толстая, притолстая. Жирный. О, красиво. Да, какие. Этот маленький. Ну-ка. Этот маленький. Во, какие еще растут. А я шла. Подосиновик нашла. Во, даже два. Такие вот. Вот это я обожаю. Вот это мне очень нравится. Но это третий. Два как-то недавно нашла. А это третий. Всего лишь за все это время. Не попадаются и все тут. И это подосиновик тоже. Но это серый подосиновик. Смотри, у ножки уже там будет сейчас синеть. Он какой-то сероватый, коричневый. Здесь такие вот бывают. В этом месте я тут раз вообще темно-серая шляпка была. О, коричневый, не красный, а коричневый. Серый. Вон еще мухомор красивый тут стоит. Рядышком. Это зеленая сыроежка. Их здесь много. Они самые лучшие из всех сыроежек. Крепенькие. Вот такой вот еще растет. Эти красивенькие два родственнички. Это что такое здесь? Смотрите. Нет, это сыроежка. Ну, она хлипкая, наверное. Видимо, это последние наши грибы, потому что так похолодало, даже руки начинают мерзнуть. Это маховик. Там еще он рядом. Я вижу, он тот червивый, я его даже снимать не буду. Вижу, что он не очень красивый. Я только красивые грибы снимаю. Вот этот красивый, но внутри он не обязательно красивый. Вот подберезовик какой еще большой попался нам. Во, как они растут. Уже там корзинки полно. Мы недавно приехали. Оказывается, вон как они растут. Рядом с лесной дорогой. А внизу в ямке под березовик вон какой растет, смотри. Место здесь не очень хорошее. Но грибы выросли хорошие. Вот тут заросли всякие вокруг. А это полянка, где они выросли. Такие вот.